Вновь в эфире ProDexpo 2021. У нас новый спикер. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете сегодня? Добрый день, меня зовут Евгения, я являюсь генеральным директором компании Риатоника. Чем занимается компания? Потому что я пока еще не могу понять. Мы специализируемся на разработке технологий и оборудования для выращивания зелени и пряных трав. Кому может быть полезна эта технология? Вот кто ваш потребитель? На сегодня технология полезна абсолютно всем. Мы разрабатываем установки для выращивания зелени домашними хозяйствами, разрабатываем установки для выращивания зелени в ресторанах и кафе и разрабатываем установки для выращивания зелени уже в производственных масштабах. Какие-то новые слова техники используются в вашей технологии? Вот что это вот за грунт такой? И даже не могу понять, на что он похож. Может, вы расскажете? С удовольствием. Мы выращиваем зелень и пряные травы с системой защищенного грунта. Для этого используем специальный минеральный субстрат, который сейчас вы видите, и используем систему гидрогеля, которая используется в производстве. К сожалению, показать его пока вам не могу. Вот. Мы поверим вам на слово. Скажите, как для вас проходит выставка? Вы нашли какие-то партнеров, которым была бы интересна ваша технология? Безусловно. На сегодняшний день технология интересна абсолютно всем. Интересна она и предприятиям, которые занимаются или планируют начать заниматься сетифермерством. Интересна технология компаниям, которые занимаются овощами и продажей непосредственно, да, заготовкой овощей. Интересна технология ресторанному сектору и розничным магазинам. Мы производим и шкафы для розничных магазинов, в которых можно приобрести зелень, буквально срезав ее перед самым употреблением, минуя логистические вот эти вот моменты по доставке, хранению и непосредственно упаковке. Это очень здорово и, главное, современно и в духе времени, что все теперь уважают ЗОЖ, все хотят правильно питаться, и зелень, которую можно срезать прямо сейчас при вас и понести домой, конечно же, вызовет ажиотаж у наших потребителей. Я желаю вам удачи и надеюсь, что ваша компания, ваша технология найдет своего покупателя, и скоро свеженькая зелень, которая растет до самого-самого последнего момента срезания, уже вот в нашей вот продуктовой корзинке будет у нас радовать на наших столах. Благодарю за внимание. Ждите нас в своих тарелках.